До сих пор горожане помнят трагическую историю обрушения дома 8, корпус 3, Подвинской улицы, произошедшую в 2002 году. С тех пор судьба территории, на которой располагалось это здание, незавидная. Долгое время компания ЗАО «102 Трест», которая получила право построить новый жилой дом на этом месте, не могла приступить к работе из-за близкого соседства с устоявшим вторым корпусом. Сейчас этот дом уже расселен, и осталось только его снести. Однако есть проблема, которая пока не может решиться. На первом этаже часть помещений принадлежит не государственному пенсионному фонду «Капитан». И несмотря на то, что занимать их в заброшенном доме уже невозможно, организация не собирается расставаться со своей частной собственностью. В соответствии с действующим законодательством, раз право собственности существует, то должна быть осуществлена процедура выкупа этих зданий и, соответственно, процедура изъятия участка для нужд города. Все это подкрепляется нормативно-правовыми актами. И 6 июня этого года постановлением правительства Санкт-Петербурга издано постановление правительства Санкт-Петербурга, согласно которому участок подлежит изъятию для нужд города, а помещения, которые принадлежат фонду «Капитан», подлежат выкупу. Однако эта процедура, похоже, изрядно затянется. Фонд «Капитан» мог бы вступить в соглашение с Комитетом по управлению городским имуществом и продать свою собственность городу по рыночной цене. Но по каким-то причинам пока этого не делает. Из-за сложившегося непонимания властей и владельцев помещений страдают жители округа. Злополучный дом не охраняется, в здании продолжают жить бездомные, нарушающие общественный порядок и загрязняющие территорию. Ну, вы видите, в каком состоянии оно находится. Конечно, оно само по себе опасно, потому что, к сожалению, территория здесь недолжным образом охраняется, хотя мы периодически регулярно проводим рейды и здесь, и в подобного рода местах, вместе с органами внутренних дел Кировского района. Мы заинтересованы в том, чтобы вот эта территория из депрессивной в кратчайшие сроки обрела свой какой-то новый правовой статус для того, чтобы здесь началось нормальное строительство, чтобы она была огорожена. Если бы не история с помещениями, принадлежащими фонду «Капитан», на Двинской улице по соседству с рухнувшим в 2002 году домом уже началось бы строительство новой школы. Именно учебного заведения так не хватает в этом округе. План строительства образовательного учреждения на 550 мест уже согласован. Осталось только договориться с негосударственным пенсионным фондом.